Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Скарлетт. В прошлой серии было очень много диалогов, но из них мы узнали, не все знают, что случилось с Наоми, про это реально никто не распространяется. Друганя, который видел, что она стала иной и попала потом в больничку, он теперь этого не помнит, то есть им промывает мозги, вот стопудово. Мы немножко в прошлой серии прибарахлились, новый меч, новые способности, немножко прокачали наших напарников и двигаем дальше. В этой серии постараюсь побольше, чтобы было драк и, конечно же, сюжета, но тут сюжет порой просто через диалог попадает к тебе, поэтому посмотрим. Чего будет больше, пока не знаю. О! Ой, в бок отойди, блядь. Добей. Не успел. Давай, поднимай ее. О, новый уровень дали. Огонь, уже 17, слушай, 17 уровень уже. Все готовы. Смотри, мы взорвали только что эту бочку, она осталась здесь на месте. Или мы эту другую взорвали? Куда нам бежать-то? А что это за треугольничек такой на этом вот? А, это типа крутое. Все, окей. Бежать в ту сторону. Судя по карте, в ту сторону бежим. Побежали. О, зелененькая. А я случайно ее, кстати, увидел. Легкое желе плюс. Я заметил, что, кстати, желе качает здоровье не только мне, но и моим напарникам, поэтому надо смотреть за их хпшечкой и все-таки тоже им закидывать ее. Развилка. Переходим. Переходим на развилку, нам же нужно перейти, конечно. Да. Так, развилочку прошли. Вот какой, какие тела, кого здесь могли хоронить? Это девчонка, которая может, особое зрение посмотрела и сказала, что здесь ничего нету. Вот ровно здесь проходило обучение, вот ровно на этом отрезке. Вниз сейчас спустимся и налево потом шли. Тихо. А что это такое вот? Это типа тайный вход какой-то, нет? Или это под мостом что-то там лежит? О, я что-то подобрал случайно и даже не заметил, как это произошло. Нормально. Я потом на записи, конечно, пересмотрю, попробую. Но я не уверен, что я это увижу. Ба! Одну успел критануть. Боялся, что всех придется не критать. Мы вот тогда туда. Подожди, нам нужно туда, а мы пройдем туда. Вон, видишь, ради той зелененькой штуки. Не видим. Не видно меня. А не видно. Ну, давай. Ну, что ты, не нападаешь? Вот на эту. А, потому что я не собрал хп, я только сейчас собрал. Крит. Так, мне, кстати, разблокировали достижение «Надежный союзник». Впервые использование чего? О, я получил этот. Усиление мозга. Ну ладно, хотя бы на этом использую. Дай критануть. Отлично. Yeah.
мы могли втихую сюда подойти и шарахнуть его автобусом, да? О, прикольно. Поехали, поехали, эу-эу. Я вообще завершать не буду, я поеду, пока буду ехать. Все, приехали. Это было круто. Это было на самом деле круто. Но мы все равно вернемся туда. О, разбил. Разбил его эту. Мне дали какое-то достижение, я не успел его прочитать, потому что я был слишком занят убиванием этого врага, противника. Не пускает. Там же зелененькая. Блять, меня прям за спиной выскочил, сука. Отойди, отойди! Отскочи, отскочи! Сейчас выскочит где-то, сучара. Кто горит? О, вот и взорвался, кстати. А до этого тогда не взорвался. А, мы его победили. Прикол. Я даже не понял, как мы его победили. А, давай мы быстренько метнемся сейчас обратно. Где мы просто проехали на автобусе. Всех ли мы тут убили? Проверим. И в развилку сбегаем, потому что там стопудово что-то есть. Убили не всех. Оставлять нельзя их. Автобус это, конечно, прикольно, но я против того, чтобы оставлять врагов за спиной. 19 уровень, огонь. А тут мне все-таки ничего не спрятали. Печалька, зря бежали. Зато убили врагов за спиной, все. Тылы прикрыты, можно не бояться, что со спины нападут. Это всегда главное правило, всегда надо делать. Прикрывать тылы. Что же нам тут припрятали? Давай посмотрим. Опа! Да, слушай, я вообще уже нормально рублюсь. Подожди, тут было сохранение, нет? О, здорово, ветер. Как тебя сюда занесло? Давай посмотрим, что в магазине у тебя есть. Купили, купили, купили. Силовое поле. Давай мы купим вот вторые, типа вот это вот. Диэлектрический барьер обычный. Не, пока не надо мне это. Вот эти две штуки мы купим. И поставим этим ребятам. Потому что у них все равно только по одной, насколько я можно поставить. И мы сейчас это и сделаем. У меня уже в два, а вот у них, видишь, улучшение здоровья 1. Улучшение здоровья МК-2. Вот так вот. Вот так вот. Все. Ну, внешность я не могу ничего ей поставить. У меня ничего нету, то по факту. А, могу ей очки свои отдать? Нет, не отдам. Очки мои. Очки мои. Все, мне они больше нравятся. О, давай ей кокетливые купим. 3000, блин. А, давай, господи. Вот прям ей дадим их. А, ну это типа кокетливые очки? Кокетничать будет. Ну, пускай кокетничает. Кокетничает. Я шучу, я умею говорить слово кокетливое, но мне нравится вот это кокетничает. Так, сохранимся давай. Сохранить. А, давай вот этот перезапишем. Это вот в начале серии было. Типа, ну, в конце прошлой, в начале этой. Сохранение давай. Спасибо, сохранил. Полетели дальше. Автостоянка, переходим. Переходим на следующий уровень.
В любом случае, если закончатся бабки, у меня очень много ресурсов, которые я сейчас не продаю, потому что я их собираю, потому что их можно на что-то обменять. Я их просто продам, если понадобится. Поэтому не страшно. Пускай ходит, кокетничает. В кокетливых... Блин, короче, надо заканчивать, а то я уже забываю, как это слово говорится. Знаешь, бывает такое, ты начинаешь, ну, специально коверкать слова, ну, по приколу говорить неправильно, а потом ты забываешь, как она по-настоящему-то говорится. У меня такая история была с кетчуп. Я его называл всегда кепчук. Ну, по приколу кепчук, типа, знаешь, всегда какое-то дебильное слово влезет в голову. А потом забыл, как реально кетчуп называется на самом деле. И такой, бля, пошел читать на этикетке. We did run into some on the way here. No, if this was the anticipated area, it should be swarming with others. Wataru, any others around us? This doesn't seem like the right place. Maybe there was some mistake. The communication lines. Их вызвали рассказать, что случилось с Наоми, да? Wataru, what's wrong? Они хотят или хотят устранить отряд? We're surrounded. Отряд, походу, хотят устранить. Блять, это черт. Вот этот, который стрелял тогда. Да ну нет. Гема, да. В каких экспериментах? If so, come with me now and do not resist. Что, блядь, происходит? Gemma, are you defying orders? If you don't align with Major General Karin's ideals, then you... Здорово. Пришел посмотреть, залазь, смотри. Captain Seto? What is Seto? Короче, как... Doing here? А это кто? Подожди. Ой, бля. Need to withdraw. Right. It's ridiculous for us to fight our allies. Gemma, come with me. Tell me what's gotten into you. No, I... We'll draw off the OSF around us. I doubt they are willing to take on two Septentrions. Would you say the same? If it were me, Luca? Это генерал какой-то крутой. Карин. Который может Luca. Способности забирать других. I knew you would be here. Что происходит, блядь? Leave my brother to me. Don't fool yourself. Come at me all together. На кого вы хотели нападать? Блять, на нас. Черт. Да, нам нужно сражаться с генерал-майором. Отлично, это просто замечательно. У него 50 уровень, у меня 17. Мы должны проиграть, скорее всего. Knowing won't solve anything. Even if I answer, your fate won't change at all. Короче, все, очень мало хп осталось. Блять, мало хп! Он меня победил. Он меня просто убил, или это так должно быть по сюжету? Я не знаю, я умирал, это? Игра окончена. Игра окончена, он меня убил. Что мне с ним делать, блять? Он 50 уровня. Он как минимум в 2 раза сильнее меня. Я думал, надо по сюжету слиться, типа, он меня победит и все, поэтому я не сильно не напрягался. Ладно, по сюжету слиться не получается. Пришел котяра, улегся на руки и не дает мне играть. Не дает играть под Люка. Он всегда, вот, знаешь, я сижу на стуле, он ложится мне вот здесь на ноги, на руки, и у меня в руках геймпад, и он мне не дает играть. Он мордой упирается в мои руки, чтобы я его гладил, а геймпад не трогал. Он борется с моей игровой зависимостью. Кот, у меня нет игровой зависимости. Я знаю, что ты меня сильно любишь, но у меня нет игровой зависимости. Так, тихо, мы отвлеклись. Мы диалог пропустим, я не буду еще раз слушать его. И будем просто пытаться опять его зарубать.
Это будет очень интересно попробовать это сделать еще раз. Скорее всего, я опять умру. Пропускаю. Ну, смысл. Я все равно не пойму, что происходит, если еще раз послушаю. Блять. Я буду просто махаться. Вот так вот. Он... Вставай, вставай, вставай. Is this all you're doing? What did you say to Gamma? Answer me, Karin! No, we won't solve anything. Even if I answer, you're fixed. Попал! Попал я по нему! Блять, он меня просто чуть не уничтожил, я по нему попал. Отойди! Я нихуя не пошел. О, вот! Меня поднял союзник. Как это вы... Что здесь происходит? Почему в прошлый раз меня не поднял союзник? Среднее желе будем пить. А, вот! Все, мы должны были до этого момента продержаться, чтобы он... Это он нас внутри САС сейчас уничтожает, да? Бля, пиздец. Опасная была ситуация, она типа закончилась или что? Я хоть ему чуть-чуть хп снял. Так, у меня 800. У меня 800 хп, вставай, пожалуйста, вставай. Выпей желе. Ой, вовремя, потому что я бы сейчас умер просто. Да встань! Блять! Он просто унижает. Он нас унижает. Так, хорошо, все, по сюжету нужно было ему слиться. Ну, типа. А он, оказывается, плохой, да? Но он очень крутой на самом деле. Его типа сдуло? Его просто сдуло. И этого сдуло. Юйка, не улетай! Их сдуло, понимаешь? Он такой сильный это типа сделал. Огненный смерч. Их сдуло огненным смерчем. Так, очнулся. Хорошо. Слава богу, живой, да? О, можно сохраниться. Спасибо. Я один сейчас буду? Да, слушай, я один. I don't understand any of this. Why are Gemma and Major General Karin attacking us? Same with the other OSF. Dan, good. Someone tell me what's going on. Так, мы сохранимся, и мы сохранимся, знаешь почему? Потому что если мы сейчас умрем, я не хочу заново опять с ним сражаться, ну с этим, с крутым генералом, потому что тогда это тупо все повезло, и я не хочу заново это все проходить. Ой, я уже заходил в сохранение, мне нужно в магазин. Магазин, покажи мне, пожалуйста. У тебя... Ну, меч я уже купил этот. Может, желешек купить плюсовых. Были бы средние, я купил бы средние, но... Типа, мелкие пока не нужны. Так, двигаемся дальше. Мы сейчас будем сражаться с солдатами, с людьми. Блять, они стреляют по мне. Вы что, охуели, блять? У них огнестрел ебучий. Как мне, что мне делать с огнестрелом? Почему у меня нет автомата? Бля, назад дороги нет. Он сейчас по факту убивает солдат. Ну, типа, что бы там ни произошло, за это его не простят. О, 20 уровень, отлично. А, погоди. Стой, что происходит? Я уже давно не заходил в карту мозга. У меня целых 12 очков. Что мы будем качать? Усиление мы будем качать. Ну, давай это. Что тут?
Изучение этого навыка позволит активировать до 2 САСов. О-о-о! Типа 2 этих разных способностей сразу можно будет использовать. Конечно. А это что? Позволяет мгновенно применить предметы, не тратя время на дополнительные действия. Блять, это нужно. Это типа сразу аптечку изнуть без вот этого вот всего. А это что? Блять, медленно восстанавливать здоровье вне боя. Вот это надо следующим обязательно вкачать. Мы теперь можем юзать быстренько вот это желе и прочее. Мне дали хорошую возможность... О, я еще и усиление мозга включил. Отлично, блин. Да не нужно мне сейчас усиление мозга. Я сражаюсь с обычными солдатами, не слабые. Тем более, прямо сейчас я просто бегу за зеленой этой штукой. А, я... Там генерал этот, Карен, и я в ту сторону бежал, чтобы желе забрать, а мне такое играть, типа, надо от него держаться подальше. Отлично, у меня ХП осталось очень... А, не, это телекинез. Я же перепутал шкалу телекинеза с ХП. Враг остался? О, ты остался. Бля, прикольно, конечно, прикольно. Тихо. Я это тупо по карте увидел. Я быстро бегу, чтобы у меня усиление мозга не... Кто это? Это на... этот... Наки, хуяки. Вдруг его, короче. Наки, да? Да, это его другане. Не помню, как зовут его. Наги! Наги. 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 Через Г. Наоми. О, он вспоминает. Это хорошо, кстати. Наги? Подожди. У него типа прошивка мозгов его вылазит? Пока просто идет это. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а это не... Как ее? А мне сейчас ему придется одному пизделей вешать. Отлично, спасибо! Наги? Are you okay? Юито, help Касане. I'll get Наги out of here. О, у нас сейчас будет этот. Прикольная способность, когда мы объединяем. Оставить это тебе? Не мечтай. Бля, серьезный враг, кстати. Я хочу к этой штуке пробежать и нажать вот эту штуку. Сука, не получилось. Давай, 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 давай. Взрывайся. Взорвался, хорошо. Слушай, 10 тысяч урона я нанес. Отойди! Сука, она меня какой-то кислотой полила. Так, много урона водой показывает статус намокания. Вы перестаете твердо держаться на ногах и лишаетесь возможности пользоваться Б. Сука, он меня отскока. Пидор, а? Так, еще и ХП у меня маленькое. О, слушай, да, реально, сразу юзнул желешку и все, без всяких этих. Вот сейчас будет крит. Нет, он просто умер. Я хотел критуху мне сделать. Новый уровень, 21, отлично. Капитан Сето, Касане, thank you. You saved us. Oh. Are you okay? Yes. What? Do you feel sick? You're really spaced out. Ей тоже мозги промыли, да? I'm fine. Anyway, let's go to Karin. Go to him.
Can we beat him? No, he's not our enemy. But he attacked us. No, I found out about Naomi. It's... Nagi, what are you doing? No questions. I will dispose of you. Им промывает мозги, видишь? Типа на него теперь Наги напал. Наги! Now I understand. Наги, you're... Get out of my way, Captain! I can't do that. Наги, you don't want to kill Юито. If you do, you'll regret it. Наги! Then you will die! Он убьет командира. Только не говорите, что сейчас Касане станет иной. Чё-то вообще нихуя не понимаю, блядь. Чё происходит? Мне кто-нибудь объяснит? Какая-то дичь просто происходит. Куда они попали? В какой мир? Типа, они падают в этот, в САС? Мне тот же самый вопрос, что это за место, ребят. Да, это я, приколи. Ты не хочешь меня убить, нет? Не хочешь, хорошо. Уже что-то, уже неплохо. Эй, это Сумараги Крест. И этот человек там... Dressed like the legendary Yakumo Sumeragi. Это очень давняя история, я так понял, да? Или нет? Или я что-то перепутал? Просто этот чувак, который его убил, был похож на этого генерала. С которым мы сражались. What's going on? I saw these in a dream.
Их сейчас обратно типа выкидут? Или там же мы в этом мире будем сражаться? Они в прошлое посмотрели? Или это был путь в прошлое? Вроде как это чувак, которого пока... Ну, легендарный этот... предок этого... Господи, забыл все их имена. Предок Юики, который 2000 лет назад спас Землю и смог там иных организовать... Ну, от иных, от вторжений, от конца света и прочее. В начале игры нам про это рассказывали. Блять, вот быстрее бы мне рассказать. Мне интересно, что с вами случилось. Расскажите, пожалуйста. А где все остальные Касаны? Друг твой? О, это девчонка, которой мы... Ханаби, да, я забыл. Я забыл. Тут, скорее всего, взрыв какой-то был, нет? Цугуми. Цугуми. Цветок нашла? Thank goodness. Are you all right? I am fine. Captain Seto. А вот капитан Сета нет, походу. No. It's too late. Все? Капитан Сета все. You're all right. Yama. А ты ж только что нападать хотел на нас. You still want to fight? Not after that earthquake. No one has the will to fight. Earthquake? You don't remember? After we were attacked by Major General Karin, there was a really big earthquake here. I didn't notice at all. It must have been while I was unconscious. Look at that sky. What is that? А это случайно не воронка, откуда иные будут сейчас валить? There's some kind of gravitational anomaly happening there. Our fellow OSF got sucked in with the debris. I projected my sight inside, but couldn't see anything. It's dangerous. To get close. Also, the fire is spreading this way. We won't make it unless we leave now. Пожар? Вы пожара боитесь? Я не думаю, что типа, ну, we'll самое страшное. Let's get out of here to better assess the situation. All right. Wait. What about Captain Seto's body? We can't just leave him here. Ну придется оставить. I'll carry him. А, let's move to our hideout for now. Everyone, follow me. Что-то вообще как какие-то странные телодвижения происходят, непонятные, очень непонятные. Я даже предположить логически не могу, что происходит. Ну, вообще ничего. Эти думают, что они участвуют в каком-то эксперименте. Скорее всего, Гэми, ну, вот этому здоровому челу промыли мозги, и он думает, что они опасные, что они враги. Все, пошел кот. Належался. I borrowed the freezer in the back of the warehouse next door and put Seto's body in it. Thank you for carrying him, Gemma. Don't mention it. First Naomi, then the captain. I knew being in the OSF was dangerous. But this... You're right. All this infighting. You were involved in that infighting too, Gemma. What's happening? Tell me if you know. How did things end up like this? It's all Major General Karin's doing. He said that the new Himuka government is trying to create a controlled society centralized around the Suo capital. Ну вот и начинает нам что-то рассказывать наконец-то. A controlled society? What's that mean? For example, 90% of all psionics will be drafted into the OSF with no right to refuse. Это ж не очень хорошо вообще. The draft uses the results of the annual health checkup, which we also can't refuse. There are countless surveillance cameras in the city. Not many people know this, but the cameras are also equipped with sound recording. It's how they find and arrest dissidents. In the new Himuka regime, that's just the tip of the iceberg. This is an open secret. But there are some in the OSF that suddenly go through changes in their personality. They were all critical of the regime. So the rumor is that their minds were manipulated. Промыли мозги, да. Мы видели это уже, кстати. The mind? That might be what happened to Nagi. Да, именно это с Наги случилось определенно. Major said he would stop this control of the people and he would expel the government dogs from the OSF. Government dogs? Is that why he attacked Captain Seto? Yes. He said Seto was taking part in the government's personality rehabilitation. He showed me the evidence, but I still couldn't believe it.
That's why I confronted Seto, so I could talk to him. Captain Seto? No, it looked like he was trying to keep Nagi with us. Captain Seto wouldn't have done that. That's not who he was. Wait, Tsugumi. Gemma knows that too. The evidence he saw was that convincing. Yeah, but it didn't look like Seto was involved in the government's plan. And then there was that strange hole in the sky, an earthquake after you were attacked by Major General Karn. That wasn't ordinary. Он же вроде напал до землетрясения дыры этой. Even then he wouldn't stop his plans for rebellion. That made me question him as well. So that's why you called the truce? Yes, this isn't a simple rebellion. Something's not right. I need to know what it is. The rebellion I was part of took Seto's life. Yuito, you trust Gemma, don't you? But he didn't trust us. Sugumi's right. I should have been more careful. Will you give me the chance to learn the truth? I want to know if he really started this rebellion for the sake of the people. I want to know too. I'm curious about that hole in the sky as well. So let's go to Suo together. There must be some clues. Tsugumi, can you accept that? No, I can't. But if he apologizes, I can see it through somehow. Попросить прощения. Right. I should have been more careful. The truth is, I let my indignation get the best of me. I'm sorry. I owe an apology to Seto too. Though it's too late. Ну, перед Сето тоже не извинишься, да. Apology accepted. А за Сета кто решит? Его что, убили, блядь? А больше никого не волнует, где... О, у нее второй глаз такой. Поэтому она его прячет. Да, кстати, Наги убил капитана Сета, если так подумать. Так, слушай, у нас какие-то там куча мыслеграмм было, давай мы их почитаем. Так, есть минутка. Хочу... Ой, блядь, я ответил случайно. Ладно. Хочу поговорить с тобой лично. Можешь представить... Это Так. После тяжелого рабочего дня нет ничего лучше колы. Тебе тоже не повредит отдохнуть и остыть. Хочешь холодненькой колы? Кола на соревнованном по скоростному поеданию. Кажется, я выпью и сразу объемся. Но я рад, что тебе нравится, Раш. Знаешь, от меня странно такое слышать, но ты слишком мягкий человек. Берегись, не попади в беду. Меня выписали. Урами наконец-то выписали, я собираюсь выложиться на полную. Ну, ты выложился уже на полную, да. Бля, ну Сета жалко на самом деле. Так, тяжело пришлось. Это брат, кстати, скорее всего, этого нашего Юйки. Мне сообщили, в бою погиб кто-то из твоих боевых товарищей. Наверное, тебе сейчас непросто. Схватка с сильным иным мне проходит бесследно для психики. Я очень тебе беспокоюсь. Если попадаешь в ситуацию, в которой не сможешь совладать, немедленно свяжись со мной. Я твой брат и сделаю все в моих силах, чтобы помочь тебе. Так, нет смысла держаться в команде того, кто не сможет положиться. Пусть твои действия говорят за тебя, буду рад с тобой работать. Вы вообще, блядь, адекватные, нет? Вы, блядь, чуть не перебили друг друга. Погиб командир и сейчас такие, типа, а, блядь, все нормально. Все нормально. Давай с этой поговорим. Ну давай пообщаемся с ней, пускай немножко вкачаем историю связи. У нее классная способность перекинез, мне нравится. Do you remember our promise from last time? Yeah, we said we'd talk again sometime. Вот сейчас поболтаете, да? Now? There's something OSF related I wanted to talk to you about. Okay, let's go to Masubi's. Я понял, что эти задания, вот то, что я беру дополнительные, они вообще, ну, не надо ничего делать. Это просто, по сути, диалог. Иногда интересный, иногда не очень. В одном из таких диалогов мы узнали... Вот сейчас нам сюжет немножко расскажут, немножко развернут вот эту историю. Да. Everyone had their own motives. I never imagined the OSF would be fighting each other. What is the right thing to do? It's something I really need to sit down and think about, but I don't know. You're right. I get uneasy about it too sometimes. Although, I think it's better to take action than let worry consume you.
You have such a positive attitude. I don't know if that's positive. Он позитивный чувак, да. I just think it's better than being kept in the dark the whole time. You have to gather as much intel as you can before something happens that can't be undone. You're so sure of yourself. You're like Kasane in that way. Really? Yeah. Even if you two don't agree, you both are so sure of yourselves. I think that's really strong. I'm the same class here as both of you, but I'm always hesitating and worrying. If you didn't push me, I think I would have given up a long time ago. You always saved me too. I wouldn't have made it this far if it wasn't for you. I'm happy to hear you say that, but you don't need to placate me. I'm not placating. You're always so cheerful. As kids, you always cheered me up when I was feeling sad. I know it's just flattery. It's not flattery. Do you mean? Не, он не это хочет сказать, 100%. I guess I need everyone by my side. Oh, right. Friends are important. Yeah. Ой, блядь, она ж понадеялась, что он хочет с ней, типа, встречаться. So feel free to talk to me or anyone else when you need to. I'm sure we'll be able to help you. Блять, короче, он во френд-зону её загнал случайно, и она типа такая, блять. Well, да, возвращаемся на базу, да, как друзья. There still seems to be something on her mind, but at least she... Дебил, блять, ты ей нравишься, она хочет с тобой типа встречаться, а ты долбоёб все это мимо ушей пропускаешь и думаешь, что она твоя подруга. Да. Так, атакуйте объектами и окружением с помощью многократного нажатия. Дальше. Не успел, вот не успел читать, быстро очень грузится. I don't think that's true. I'm not built to be especially kind. You don't even realize it. That's what makes you cool. Oh, I am. Don't take it weird. I just think you're cool. Теперь она тоже начала в эту фигню верить, ну типа. Ну, знаешь, увеличение скорости восстановления и комбовидения. Снижает время восстановления шкалы пирокинеза, нажав ЛБ. Бля, прикольно, кстати. Мыслиграмма какая-то. Давайте почитаем мыслиграмму. А, вот. О, погоди. Кстати, вот это я что, пропустил? А, ну, так, прости, меня выписали. Вот. Эй, Юйка, а ты бы смог кому угодно сказать что-то вроде «ты мне нужна»? Нет, не смог бы. Не знаю, как правило, я могу говорить, что чувство контролирует момент. Это было странно? Да нет, вовсе нет. Такое вполне можно сказать кому-то, кого очень хорошо знаешь. Хотя, конечно, некоторые девушки могут неправильно понять так, что, прости, даже не знаю, что хочу сказать, забудь об этом. Короче, дебил, блядь, дебилушка ты. Она пыталась, типа, опять эту тему поднять, а он опять какую-то хуйню сморозил в ответ. Да, блядь, такой вот он дурачок, Юйка, непонятливый. Короче, или. Быть умным — это вовремя прикинуться глупым. Скорее всего, может быть, он это и делает. Давай заканчивать на этом моменте, на таком смешном и неловком. Вот это вот какой-то типа подростковых отношений, хотя они вроде солдаты в армии. Ну ладно, типа должны быть взрослые люди, должны во всем этом активно разбираться. Спасибо, что досмотрел эту серию до конца. Я надеюсь, тебе понравилось и было интересно. Вот эта серия уже действительно была не про диалоги, а про экшончик. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. Впереди еще много чего интересного. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.